Территория района на постоянной основе проводится мероприятие, направленное на выявление пресечения насильственных правонарушений, связанных с незаконной перевозкой лесопиломатериалов, выявление водителя, управляющего транспортными средствами с нанесенным покрытием на передние боковые стекла. За данное насильственное правонарушение предусмотрена ответственность в виде 500 рублей административного штрафа, а также при повторном выявлении данного насильственного правонарушения лица привлекаются к ответственности в виде административного ареста до 15 суток.